Перевод и дубляж по версии Таблетка Тим. Так, видел про тебя, крутой трейлер вышел. Я знаю. Разве это не восхитительно? Это просто... Да! Ну да. Я даже немного проследился. Да, то есть когда я видел имя Кристофера Нолана на экране, я чуть не потерял контроль над собой. Это... Я такой, Нолан! Мне нужны софтики. Но он не причина восхищения людей. Я уверен, именно та причина. Нет. Сам знаешь. Это не... Из-за Бэтмена. Единственная причина. Он даже не был режиссером этого фильма. Но почему тогда его имя в трейлере? Они включают имена продюсеров в трейлеры каждый раз. Да, но учитывая им снятые фильмы, его имя делает трейлер гораздо впечатляющим. Это не... От создателей! Нет. Вашего любимого фильма. Нет. То есть многих фильмов. Хватит. Выходит, это другой фильм. Совсем не похожий, но вы будете думать, что он будет таким же. Я бы мог тебя закинуть на солнце. А какой трейлер ты бы хотел увидеть? Просто кадры со взрывами и разрушениями под нарастающую музыку типа... Там... Та-дам! Та-дам! Нет, потому что это был бы плагиатом с мистера Нолана. Слушай, я думаю, что это был захватывающий и содержательный трейлер, и люди уже устали от старого однообразия. Ну да, или потому что про тебя не делали крутых фильмов с 80-х. Ох, вернись обратно в свой колодец. Перевел Максим Ли, озвучивали Максим Ли и Алекс. Так, подожди, я забыл. Что? Ток-ток. Серьезно? Да. Ну, давай, давай. Тук-ток. Кто там? Потому. Потому что... А... Потому что я Бэтмен! Спасибо за просмотр. Не забываем подписываться, а также нажимать нравится.